От изобилия продуктов и вещей у покупателей разбегаются глаза. Хочется приобрести и свежую выпечку, и мясо, и конфеты, и мед для здоровья. Легкий морозец постоянных покупателей не смущает. Вот на той ярмарке тоже была, потому что мне близко. Я обычно хожу мясо смотреть. Думаю, что здесь подешевле. На этот раз количество участников оказалось как никогда многочисленным. Более 90 представителей предприятий перерабатывающей промышленности, потребкооперации, фермерских и личных подсобных хозяйств. Это почти 190 торговых мест. Горожане с удовольствием покупают обои, ткани, свежее масло и рыбу. Беловская ярмарка славится своей щедростью. Мед беру здесь дешевле. Я взял минтая килограмм и две горбуши. Хорошая продукция, довольны мне? Свежие. И как всегда, настроение беловчанам и гостям ярмарки поднимали песни, звучащие на площади в исполнении лучших солистов и творческих коллективов ЦДК. Своими улыбками и приветливым отношением повышают настроение горожанам и продавцы. Сладкая продукция, похоже, пришлась горожанам по вкусу. Кондитерская, масла. Довольны люди? Ну, у нас, по крайней мере, да. Еще ни одной жалобы как-то не было. Такие же губернаторские ярмарки, посвященные Дню села, сегодня прошли еще в 6 крупных городах Кузбасса – Новокузнецке, Кемерове, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске. В каждой территории представлена разная продукция, но цены на нее везде – на 10-15% ниже, чем в магазинах и на рынках.